Показываем. Мы на берегу нашего таинственного секретного озера. Это вечерняя видеосъемка. Дует небольшой ветерок, поэтому качество звука может быть не очень высокое. Сейчас в поле зрения 3 аллигатора. Перевожу камеру еще на одного аллигатора, который находится прямо рядом с зарослями диких гиацинтов. Он погрузился в воду, застеснялся. И передо мной в воде я стою на мосту, и он под мостом. Вот такой малыш подросткового возраста. 1,2 метра. И вот тот, который погрузился секунду назад в воду, он взял курс к нам. Они очень любопытные, они любят общаться. Вероятно, ждут угощения, но так как это парк, охраняемая зона, и везде написано «живую природу не кормить», мы с собой сладости не взяли. Ну что ж, мы просто поснимаем их, а они на нас поглазеют. Тоже развлечение. И вашим, и нашим. Конечно, они обладают такой особенностью замирать. И в таком состоянии замороженным они могут пребывать часами. Поэтому видео не насыщено динамикой. Я могу просто вот так переводить камеру с одного персонажа на другой персонаж. И окидывать взором само озеро. Вот это две точки. На самом деле не точки, а глазки с хвостиками. Я присоединю к этому видео файлы с фотографиями. Делаю фотографии на более приличный девайс, поэтому там изображение будет более яркое. Если напрячь зрение, за мостиком плывет еще один аллигатор. И вот сейчас в нашем поле зрения в общей сложности их 5. Вот такие они красавчики. Вот такие они усидчивые. И любят замирать. И замирают они надолго. Сейчас, если позволит звук, услышать их голоса. Они посылают друг другу сигналы, переговариваются. Пока слышны только цикады. Какие-то птицы. Но когда вы услышите такой характерный звук, похожий на хрюканье, скорее всего. Вот это их голоса. Это место неизвестно. Оно затеряно где-то в лесах центральной Флориды. И очень красивое место. Это природоохраняемая зона. Здесь обитают разные дикие птицы, животные. И разрешается здесь только их фотографировать. Все остальное с ними делать нельзя. Для таких вот охотников, как мы, построен пирс, построен мост. И, как видите, животные здесь совсем не пуганные. Они очень общительные. Coming out.
И немножко пасмурно сегодня. И вот мы видим, как один из них уже с другой стороны. Стороны озера. Это наша попытка номер 6. Плывет по направлению к нам. Вот наш малыш поплыл куда-то вдаль. И снова замер. Еще раз посчитаем. Один аллигатор. Этот вроде сюда плывет. Большой, только глазки видно. Второй аллигатор. И рядом с ним третий. И вот такие волшебные на небе облака, как будто там зарождается шторм где-то вдали за океаном. Здесь в траве затаился четвертый аллигатор. Малыш по праву должен быть первым, потому что мы его первого увидели. И вот где гиацинты, так как он не первый, а уже пятый, мы знаем, что где-то затаился шестой. Сегодня довольно неплохой улов для первого дня нашей фоторыбалки или охоты. Мы насчитали фотоолигархи. Мы насчитали 6 животных в поле зрения. Это только вокруг одного пирса. А вы посмотрите, какое большое это озеро. Оно простирается до горизонта. Вот такое оно большое. Запили. И рядом с каждым пирсом столько диких животных. И вы слышите вот сейчас... Время настало лягушачьего хора. Воздух стал прохладнее, солнце уже ушло за горизонт, и они теперь будут петь всю ночь. И мы вам желаем спокойной ночи, приятных тропических снов, в которых нет никакой опасности, а только благоухание цветущей Флориды. Мы любим вас, целуем и ждем вас в гости. До свидания. Посмотри, до следующей встречи на нашем канале. Поплыл, красавчик. Поплыл.
И наш красавчик тоже поплыл куда-то вдаль. Пока-пока.